даже удобно, да, когда по порядку идут. Угу. Вообще практически в одном месте все. Да, да. Вот видишь, какой-то что-то в ошибке. Угу. Я вылетел. То есть вот, да, здесь вот. Один не сохранил бы? Ага. Бывает. Ну вот это с того, что компьютер старый. Да еще может версию другую поставить, по-моему, нормально, посвежее. А оно не ставится, я 21-й, 20-й самый. Mm-hmm. То есть я здесь пробовал ставить, из-за того, что процессор старый. Он хоть и мощный, но старый. Mm-hmm. Он не принимает, не устанавливается. Выше версию не ставить даже. Mm-hmm. Ну, вот у меня тоже так же. Нужна операционка уже другая, больше, старшая.
праздники тоже оставляют. Если касается какого-то праздника, проповедь. Даже если там она на первом каникулом, да, ну на каникулом. То есть, ну если праздник, любой, или на 10-й там наш, да? А где там написано? Меня оставляю. А да ты увидишь, сегодня он там, ну, в начале проповеди там будет часто такой может быть. Ага. Ну, если даже сейчас не заметишь, потому что в любом случае все надо будет потом причувствовать все и искать по праздникам. Вот, допустим. Это по датам можно, да? Да нет, по началу почти проповеди можно. Это как можно назвать, идет верстка? Да. Ну да, 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 верстка. Оформление. А выправлять корректировка. Да. Угу. Мы сегодня у нас 2, наверное, июля 2024 года, вторник. Как Господь все благословляет. Аллилуйя, аминь.